а я приведу еще несколько цифр. Просто для того, чтобы лучше понимать, на каком фоне пенсионную реформу и правительство разрабатывало, и депутаты сейчас принимали. Министерство финансов на этой неделе отчиталось, что госдолг Украины в начале осени опять вырос до 76,5 миллиардов долларов. Это почти 2 триллиона гривен. При этом в ближайшие 5 лет Украине предстоят пиковые выплаты по займам. В целом придется отдать почти 29 миллиардов долларов. Ну, так что, похоже, в этих условиях требования МВФ будем выполнять еще очень долго и очень-очень внимательно. А вот как при этом политики и Кабмин будут лавировать, чтобы и фонд удовлетворить, и рейтинг не растерять окончательно, хорошо показывают детали как раз пенсионной реформы. Эти детали в нашей справке. Обыграть всех, и своих, и чужих. Депутаты дали старт пенсионной реформе, а вместе с ней шквалу споров. Ведь в документе слишком много подводных камней. Момент первый – игра с возрастом. МВФ требовал его поднять, что непременно ударило бы по рейтингу украинских политиков. И правительство нашло выход. Пенсионный возраст формально остался прежним. Вот только идти на пенсию украинцы будут позже. Ведь вместо него существенно увеличили минимальный страховой стаж. Сейчас это 15 лет, но с нового года будет 25, а до 2028 уже 35. Нет стажа – работай дальше. До 65 лет. Или покупай один год 17 тысяч гривен. При этом купить можно только 2 года. А если нет ни стажа, ни денег, ни сил работать дольше, тогда вместо пенсии будет социальная помощь. Момент второй – игра со стажем. У многих их трудовые годы окажутся напрасно прожитым временем, особенно для 40-летних. К примеру, в 90-е многие работали неофициально, а значит, по новой пенсионной реформе, считай, и не работали. Предпринимателям-упрощенцам засчитают стаж только с июля 2000-го. Годы обучения в ВУЗе до 2004-го тоже мимо стажа. Декретный отпуск до 2004-го также не в счет. Почему правительство и депутаты выбрали именно такие временные отрезки, непонятно. Но МВФ был против, чтобы студенческие годы засчитывать в стаж. Вот и получился компромисс. Кому-то засчитали, а кому-то нет. Третий момент – игры с досрочным выходом на пенсию. Чернобыльцы, учителя, медики, шахтеры, химики такую льготу теряют. Но при этом депутаты проявили удивительную внимательность. И в новом законе об образовании льготный стаж для педагогов оставили. Досрочно выйти на пенсию смогут лишь военные и правоохранители. Все остальные только при наличии 40 лет непрерывного трудового стажа. И только через 10 лет. При этом в реформе сохранили социальное неравенство, прописали дополнительное пенсионное обеспечение для топ-менеджеров госкомпаний и работников прокуратуры. И четвертый момент – игры с размером пенсии. Уже в октябре пенсионеры получат больше. Повышение от 100 гривен до 1000. При этом большинство получит все же минимум. Пресловутое осовременивание тоже неоднозначно. В формулу расчета пенсии заложен коэффициент страхового стажа, а его существенно снизили на 3%. А это значит, что люди, которые выйдут на пенсию с нового года, получат выплаты на 20% ниже, чем пенсионеры нынешние. Индексация, против которой выступает МВФ, тоже вроде как обещана, но вроде как и нет. В ближайшие 3 года она не будет автоматической, а только по решению парламента. Как только реформа заработает, начнется новая игра, в которой каждый украинец должен установить свои правила и заботиться о старости сам. Ведь игре по правилам государства выиграть пока невозможно. Напомню, что все эти жесткие правила приняты для того, чтобы хоть как-то сократить дефицит пенсионного фонда, который сегодня достигает почти 150 миллиардов гривен. Впрочем, только таких решений, наверное, все равно не хватит. Придется запускать еще и накопительную систему пенсионного обеспечения. По закону она должна заработать с 2019 года, вдобавок к существующей сейчас солидарной системе, когда пенсии выплачиваются только за счет поступлений от работающих украинцев. Ну а теперь о приятном. Пенсионная реформа явно не собрала бы голоса в Верховной Раде, если бы в проекте было бы всего лишь изменение порядка выхода на пенсию. Поэтому Кабмин включил в него еще и нормы, которые позволяют уже в этом месяце поднять пенсии миллионам украинцев. Пока политики по-разному оценивают, сколько наших граждан уже в октябре должны получить прибавку к пенсии. Одни говорят о 5 миллионах человек, другие о 8 миллионах. Премьер Владимир Гройсман заявляет, что новые пенсии получат не меньше 9 миллионов украинцев. Новая пенсионная система уже в жовтні обеспечит возможность підвищення пенсій для 9 и даже больше миллионов украинских пенсионеров.
Перше, до чого я би хотів звернути увагу, що ми збільшили мінімальну пенсію в країні вже з 1 жовтня 2017 року. Якщо до 1 жовтня така пенсія була 1312 гривень, то з 1 жовтня така пенсія мінімальна в країні буде дорівнювати 1452 гривні. Ми змінили саму базу нарахування пенсії. Ще до 1 жовтня вона була 1190 гривень. Зараз з 1 жовтня база нарахування буде дорівнювати 3764 гривні. Насправді до 200 гривень отримують в Україні не менше 1 мільйона 308 тисяч українських пенсіонерів. Від 200 до 500 гривень щомісячно – 1 мільйон 208 гривень. Від 500 до 1000 гривень – майже 2 мільйона українських пенсіонерів. І понад 1000 гривень збільшення отримує більше 1 мільйона 100 тисяч українських пенсіонерів. Але саме головне є те, що ця система вже автоматично буде працювати над постійним підвищенням пенсій. Більше не будуть політики впливати на те, який буде розмір пенсії. Ніякими штучними коефіцієнтами, нічим іншим. Є відсоток інфляції, є відсоток зростання середньої заробітної плати в країні. Одразу кожен рік автоматично все це буде перераховано. І це системний початок підвищення пенсій для українських громадян. А вот успеют ли сделать все необходимые перерасчеты? И есть ли вообще в пенсионном фонде деньги для того, чтобы провести эти новые выплаты? Это тема для разговора с главой Пенсионного фонда Украины Алексеем Зарудным. Здравствуйте, Алексей, спасибо, что присоединились. Скажите, первый вопрос такой. Сколько миллиардов гривен нужно потратить вот хотя бы в октябре месяце для того, чтобы выплатить всем обещанные повышенные выплаты? И есть ли эти деньги в Пенсионном фонде на сегодняшний день? Ну, в жовтні цього року додатково, щоб провести сучасні пенсії, потрібно понад 5 мільярдів гривень. А в пенсійному фонді з початку року сформовано додатковий ресурс понад 26 мільярдів гривень. Це, зокрема, за рахунок додаткових надходжень від збільшення мінімального розміру заробітної плати, від детінізації заробітної плати. Таким чином, повністю у нас є ресурс для того, щоб забезпечити в цьому році. Ви можете пенсіонерів успокоїти, що гроші вони отримають. Хорошо, а якщо бути точним, все-таки, приведіть офіційні дані. От кажуть, 5 мільйонів отримають повищеної пенсії, 8, примір, взагалі обіцяють 9. Точна цифра яка все-таки? Разом будуть зроблені перерахунки 9,7 мільйона пенсіонерів. З них під сучасне підпадає майже 6 мільйонів пенсіонерів. Решта – це буде збільшення в зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму. Хорошо. В нашій країні, ви мені не дадите ошибитися, по-моєму, чуть більше 12 мільйонів пенсіонерів. Майже 12. 12 мільйонів пенсіонерів. Якщо 6, ну, навіть якщо так, як говорить Володимир Гройсман, 9,7, остається около 3 мільйонів людей, яким пенсію не повисили. Каковы их шансы на улучшение жизни? Им когда, они когда-то вспомнят? Ну, я поясню, по-перше, у нас 10 миллионов людей отримують пенсию по закону про пенсійне страхування, тобто за звичайним законом. Тобто майже всі вони отримують перерахунок. Інша – це люди, які отримують пенсию по так званим спеціальним законом, і військовослужбовці. По військовослужбовцях зараз готується відповідний законопроект, щоб ще цього року він був внесений в парламент, і також було проведено сучаснення, прийнято рішення про сучаснення цих пенсій. Інші пенсії – це спецзакони, які і так були високими, це депутати, прокурори, вони перерахунки не підлягають. Этим можете не повышать, чесно скажу, от імені всіх українців. Хорошо, практичний вопрос. Що робити тим пенсіонерам? Октябрьские же выплаты уже начались, до 10-го же выплачивают. Тем, кто уже получил, но еще без прибавки, о них не забудут? Ні. Значить, як тільки закон набере чинності, буквально за добу будуть надруковані додаткові відомості виплатні, передані на пошту і в банки, і пенсіонери, які вже з 4 числа до набрання чинності законом встигли отримати в старому розмірі, вони отримують доплату. Пенсіонери, які дату виплату мають після набрання чинності закону, вони одразу отримують і пенсію разом з доплатою. Хорошо. А какой мінімальної пенсії ми тепер можемо говорити, ну, вже через місяць після цієї першої великої хвилі виплат? Яка буде середня
пенсия по стране? Значит, минимальная пенсия будет 1452 гривни проти 1312 зараз. Средняя пенсия збільшиться десь майже на 700 гривень и будет становить понад 2,5 тысячи гривень проти 1890 гривень зараз. В целом, закон, пенсионную реформу, вы как оцениваете? Дыру вот эту почти 150 миллиардов, это позволит закрыть в пенсионном фонде или нет? Ну, реформу безумовно мы оцениваем позитивно. І, зокрема, тому, що з пенсійного фонду знімаються так звані невластиві видатки. Тобто пенсійний фонд буде витрачати кошти лише на пенсійні виплати, пов'язані зі страховим стажем. Це розвантажить поступово пенсійний фонд і дасть змогу зменшити його дефіцит. Але перші роки все, що буде збільшення додаткових надходжень, вони будуть спрямовуватися на підвищення пенсій і забезпечення їх виплати в подальшому. Тоді, коли чекати першого повищення пенсії після цієї хвилі повищення? Значит, передбачено, що в 2019 році запрацюють механізми індексації пенсій, і пенсіонери зможуть отримувати ці підвищення. Але фактично ми зараз осучаснюємо пенсії вже в кінці 2017 року. В 2018 році нові пенсії будуть призначатися вже зі збільшеної середньої заробітної плати, тобто ті, хто одержать пенсії в 2018 року, вони також фактично будуть збільшені. З 2019 року запрацює механізм автоматичного индексации и сближения пенсии. Спасибо. Алексей Зарудный, глава Пенсионного фонда Украины, был гостем подробности недели. Говорили с ним о том, сколько украинцев станут жить лучше и насколько они станут жить лучше. Тема эта, конечно, безусловно, очень болезненная для Украины, ведь 60% наших граждан живут за чертой бедности. Это по официальной оценке ООН. Если говорить конкретно об украинских пенсионерах, то бедными официально признаны около 80%. Эти данные полезно держать в уме, читая новости об отказе целых городов в нашей стране от горячей воды и других централизованных коммунальных услуг. Вот, например, в горсовете Одессы на этой неделе отличились. Мол, существующие системы снабжения людей проектировались 50 лет назад, в эпоху дешевых энергоресурсов. А сейчас все подорожало, и централизованно поставлять горячую воду уже невыгодно. Но правда ли это? И что делать обычным людям, которые часто в еде себе отказывают, чтобы жить все-таки цивилизованно, с горячей водой и теплом? Продолжит тему Павлина Василенко. Это состояние наших сегодняшних тепловых сетей. Вот, эта труба служила с 64-го года. Одесские трубы, как и коммуникации всех украинских городов, дряхлые долгожители, отработали вдвое больше нормы. Ржавые, дырявые, их все лето латают, чтобы зимой были отопление и горячая вода. Горячей воды-то летом не бывало, по 3 месяца, а то и по 4. Нет выхода. Если бы это она шла круглый год, как положено, и нормальная шла, температура была бы, то, наверное, бы люди не ставили бойлеры. Проще было водой пользоваться. В Одессе посчитали, из дырявых труб вытекают миллионы. И решили отказаться от централизованной подачи горячей воды. Прикручивать кран планируют плавно, до 2021 года. Пока, уверяют, горячая вода будет по плану. А потом у всех должны появиться бойлеры. У кого за свои деньги, у кого за казенные. Для социально незащищенных слоев населения городскими структурами будет выделяться финансирование, будут установлены автономные электрические бойлера. Что такое тотальная бойлеризация? Уже давно знают в Черновцах. Горячей воды в городе нет уже несколько десятилетий. Выбора у горожан тоже нет. Не хочешь закаляться, ставь или колонку, или бойлер. Сама вода, можно сказать, еще не роскошь. А вот горячая вода, чтобы ее перегреть, а это уже роскошь. Количество городов на автономке без централизованного горячего водоснабжения с каждым годом растет. И дальше больше. Люди начали переходить и на автономное отопление. Закарпатье – первая область, которая полностью отказалась от горячей воды и отопления. А в прошлом году и вовсе произошел парад коммунальных автономий. Трускавец, Никополь, Марганец и Покров. Автономизируется не только в глубинке. Вот Бородянка, городок за 50 километров от Киева. Несмотря на близость от столицы, горячая вода здесь исчезла еще в конце 90-х. Теперь половина домов с газовыми котлами. По закону отказаться от центрального отопления может каждый, написав заявление. Но разрешение на отключение квартиры и переход на автономку должна дать местная власть. Дуже часто, что відокремлюється, ставить перед фактом, что он отключился, без дозвільних документов, без ничего.
сказав, що я не можу платити і відключився. Якщо ми бачимо, що будинок вже 90% відключився від централізованого теплопалення, то ми вже з людьми як-то працюємо, проводять збори про те, щоб все-таки цей будинок уже відключити від нього і щоб він перейшов на самостійне опалення. Установка автономного газового отопления – удовольствие недешевое. Примерно 40 тысяч гривен. Александр свою двухкомнатную квартиру на газ перевел 10 лет назад. Тогда и цены были ниже, и разрешения давали легче. Теперь в его доме устанавливать газовые котлы не разрешают. Труба не выдержит. Люди переходят на электроотопление. Дешевше зараз включитися в розетку, скажем так. Поставити конвектори, які, або теплові панелі, вони зараз коштують, в принципі, нормальні ціни, адекватні. Вся система еще с советских времен заточена на централизованную подачу тепла и горячей воды. Приверженцы автономизации кивают на Европу, мол, там все индивидуально. Но так ли это? Это Германия. Здесь преимущественно стоят мини-котельные на дом, несколько домов или район. Бойлеры. Раньше они были во времена ГДР. Во многих панельных домах был газ, и при помощи бойлера люди грели воду. Я сам вырос в такой квартире. Сейчас такого уже нет. Выгоднее и безопаснее подавать горячую воду централизованно. Большинство немцев квартиры не покупают, а снимают. Стоимость горячей воды и отопления уже включена в арендную плату. В среднем это 120 евро. Устанавливать в квартирах автономные системы чаще всего запрещено контрактом. Отказаться от теплой аренды нельзя. Должников, если не платят, выселяют из квартиры. Иногда бывает, что летом, когда проводятся профилактические или ремонтные работы, несколько недель вода не такая горячая. Но тогда всех жильцов заранее предупреждают и предлагают снизить плату. Но чтобы воды не было несколько недель, это невозможно. Именно некачественные коммунальные услуги за солидные деньги – главная причина массовой автономизации в Украине. Но это может обернуться упадком всей системы. Виникатиме ситуація, які вже давно, до речі, є в деяких регіонах України взимку, коли в опалювальний період не вистачає тиску в газовій системі. І весною, і восени, і взимку буде проблема, що просто не буде ставати електроенергії. Не можна там анархічні ось такі рішення приймати без дуже жорсткої експертизи державної. Бо якщо щось в Нікополі трапиться, який на металобрух здав свою тепломережу, або в Марганці, або в інших там містах. Покажіть технічну і економічну експертизу. Покажіть, хто вам поставив вердикт, що це можна робити. Бо якщо у вас буде катастрофа, аварія, то держава вас буде рятувати. Модернизировать внешнедомовые и внутридомовые сети – это миллиарды долларов и десятилетия работы. Поэтому выгоднее просто отключиться от услуги. И государство пока пускает ситуацию на самотек, перекладывая ответственность на местную власть и людей. Павлина Василенко, Андрей Анастасов, Ольга Паламарюк, Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности недели. Телеканал Интер.